приветствую. Как говорила, на канал буду редко выкладывать рецепты, но этот выложу. Это очень полезный рецепт. Это соус чили. Сюда идут помидоры, чеснок, перец чили, сахар, соль, можно немножко кабачок. Пропорция вы выбираете сами, что и сколько хотите. У меня 3 перчика чили, килограмм помидор и примерно третья часть маленького кабачка. Кабачок просто чисто для... А, еще сюда идет сладкий перец. Кабачок чисто так, то, что надо было куда-то деть. 3 сладких перца. Все перемалываем, доводим до готовности, стерилизуем баночку и убираем, остужаем, убираем в холодильник, кушаем всю зиму. Здесь головка маленькая чеснока. Что еще не назвала? Потом сюда пойдет столовая ложка яблочного уксуса. Также сюда идет 2 столовые ложки масла. Ну, можно это не добавлять, если вы не будете это хранить. Это очень вкусно, полезно. Перец чили, он убивает котлетки рака и борется с лишним весом.